Bé, doncs, bon dia, bona tarda, Moriàtia. Ja som aquí. Per tant, se me no, a Mercen, no que duguet. D'abro pajal de l'et neix d'om, si bonya, Moriàtia cancert, paetamu, d'abro pajal de l'et. Paetamu, stritxaiti, dami gaspada, stritxaiti, ayuna, baturua! Aplausos. Амарсен, хундатыню тагархет, добрый вечер, уважаемые земляки. Таугугаданда би ихавайрте. Я очень благодарна, что вы подключились. Благодаря вашим пожеланиям делаем этот концерт. И хотим начать этот концерт с песни «Амар Мэнде». Энэхэн дугаар битанда мэндэшэл хэхэнэб «Амар Мэнде». Угэн цэрэн дугаолдандагай хүгжмэн мэнэй. Барун холын зүгү хо, Барселон ходын гүн хо, Бурятан бусад ерэ, Бурят хынгызыно эрье. Амыр мінде улануде, Амыр мінде жияба,
кадр Муриол воюет с технологией. Это, конечно, очень странно выступать перед двумя телефонами, но зато мы связаны. Так, следующая песня. Мноздум, мно босахам да, нехм дога долхам. Хукжимын Лариса Санджиевагай, угын донда кузытуевы. С этой песней я стала лауреатом Белого месяца. Зе, муно,
Доголхын дуга голхын. А в Фейсбук это вам еще все взяли? Уважаемые инстаграмщики, через Фейсбук лучше передача идет. Лучше виднее, лучше качество. Так что подключайтесь на Фейсбук Ореол Рамирес. Угу, моего мужа. Доголхын дуга голхын. Угынь. Большими юндунове, кукжмин, бато, большими майв, большими майве. До холхом, переживай, нервы. Come on. Кукжимин батыр Батоеве. Угынь батыр Батоеве. Кукжимин алыгуй. Ижимна моя хулина. Ижимна.
Поехали!
какие-то испанские нотки, нотки здесь звучат. Олей! Тут уже годы жизни сказываются здесь. Так. А, сейчас бурят, муно, бурят, ардеду, ангархангалена. Эта песня меня научила Раиса Бурбуевна Дараева. Огромный большой привет. И здесь сопровождает меня оркестр Бадмасисек, ну сейчас уже Байкал, театр Байкал. Сегодня у нас Урел специально одел футболку. Но это очень важно. Очень важно. Уракша! Буря тут. Да. Все, пожалуйста, я гостям. А ты что? А, что концерт? Нормально? Как слушать? Чуть-чуть. Нормально? Плохо? Хорошо? Супер? Или как? Сказал, и я посмотрим. Зе, порядут, уракша. Следующая песня.
Песня называется «Данге на мне». Слова и музыка Чинчина Бурхиева. Очень знаменитая песня, конечно. Под эту песню можете подпевать. Фейсбуку. Ну да. Орел Рамирес, да? Фейсбук-то? Да. Фейсбуке.
Орел Рамирес. Места компартида в анкета. А, хорошо. Так, ну и сейчас всем вам хочу посвятить эту песню. Тут у меня шпаргалки лежат. Слова Матвея Чайбонова для вас. Музыка. Музыка, музыка, музыка моя. Вот. Мой тут муж подсказывает. Спасибо, Рил. Работала руководителем
ансамбля «Тонта». «Тонта», я выросла в этом ансамбле. Так что огромный привет ансамблю «Тонта», моей маме. И... И Байкал тоже есть, Джаркал, Дандар, Штар. Также потом после «Тонта» пела и выступала с Батмасисек, потому что я в то время работала и пела в Батмасисек, поэтому мне как-то Батмасисек роднее, что ли. И огромный привет Жаргалу, Дандаржаповичу, Аюру, Тумену, Дабе. И недавно вот я вот увидела одну фотографию, увидела там Байерто. Вот его очень по-доброму вспоминаю. И вот и в то время, еще, по-моему, до работы в Батмасисек, я выступала от отдела культуры и пела эту песню. Я пела ее на всех мероприятиях, на всех свадьбах, юбилеях, на празднике города, во всех парках. Называется «Любимый Улан-Удэ, мой город». Слова и музыка Владимира Ринчинова. И на этом мы наш концерт завершим. Хундатын тагартит. Энэ хатусакта инхылур. Борхунте, бойенте, жарғылы дыжы. Ябахымны балтағы. Пока я пела, тут ко мне подошла моя собака.
я вам ее представлю. Вы увидели Уриола, Джулию. Игроки. Вот. Вот это наш. Игроки. Нахашка. Я не буду, Аля. Мне микрофон. Вот. Его зовут Кроки. Да, Джулия. Да. Вот. Ты полон прогадал? Если меня хотите о чем-нибудь спросить, можете меня спрашивать. Теперь как-то даже расставаться не хочется. Давайте он споет такую песню. Я ее пела, когда в гимназии училась, в 59-й гимназии училась. Мы ее с девочками пели, когда костры на Байкале жгли. Мы ее в автобусах пели, когда с Бадмассет, с Байкалом ездили по гастролям по Испании. И дай Бог, я сейчас ее вспомню. Она, эта песня из Браво. Кроки. Дандарзя повезь, мало мафе пендра. Уриол говорит, иди сюда, Уриол. Уриол, иди сюда. Уриол говорит, когда последние дни мы были здесь в Испании, Дандар Жакович ему сказал. Что я тебе сказал? Уриол, надо тебе знать эту песню. Надо тебе это выучить. Это как наш гимн. Ну так, да, наша дорожная песня. Это группа. Да. И я Уриолу написала транскрипцию латинскими буквами. Вот я вместе с нами ее пел. Сейчас, дай Бог, вспомню слова. Много, два, давай. Синее, синее небо, скоро команда на взлет ждет с нетерпением старта. Полосы самолет, ты мне шепни до свидания и ни о чем не горюй, лучше всех слов на прощанье не. Все, надо спешить туда, где завтра ждут новые города. Надо спешить, чтобы однажды снова вернуться сюда. Огромный всем привет, кто меня знает, кто меня помнит, и до следующих встреч. Пишите в Facebook, буду очень рада. Спасибо, до свидания, Байерте. Ой, по-католонски. Bé, doncs, moltes gràcies per haver estat aquí sense haver entès massa res. Era un concert de la República de Buriatia, de l'idioma de la Lluna. Per tant, esperem que us hagi agradat. Hem viatjat des del sofà. I res, ens veiem en el proper vídeo. I res, cuideu-vos molt. Bona Pasqua a tothom. Nolanda, Buriatut, Zé, Uraksha, Ia, Tamhil Kamnegu, Tamhil Ye. Большое спасибо за то, что нас посмотрели, послушали.